Всем привет, друзья! У нас сегодня на распаковке специальный чехол для Nintendo Switch. Куплен он в Алиэкспрессе. Вот, значит, ссылочка под видео, где я покупал непосредственно. Заходите по ссылочке, обязательно будут скидки для вас. Значит, такой набор, именно набор, это не только чехол, стоит 900 рублей. Значит, давайте мы посмотрим, что в этом наборе находится. Значит, в наборе также у нас присутствует чехлы для джойкона. Давайте сейчас сразу вскрою. Знаете, какая красота. И сразу давайте мы сейчас их... Ладно, или давайте сразу все покажу вам. Значит так, чехлы для джойкона. Дальше. Type-C USB кабель. Для зарядки. То есть, когда он в чехле просто будет, многие говорят, что он не помещается в ток-станцию. И на зарядку невозможно поставить. Или просто нужно отдельно его заряжать с помощью такого кабеля USB на Type-C. Итак, это сюда кладем. Так, далее у нас для стекла, значит, влажная салфетка и сухая. Также для стекла липучка. Накладки на кнопки джойконов. То есть мы их также достанем. Красный и синий. Ну, вот так. Чехол. Накладка такая. Висите в клювочке. Вот. Запиты так. Давайте сейчас клювочку. Очень хорошо упаковали. Молодцы, ребята. Ребята, напоминаю, что здесь, если покупать такой набор, будет стоить около 3000. То есть по ссылочке он будет стоить 900 рублей. Вообще классно, представляете. Так, стекло. Непосредственно. Сейчас мы его тоже доставим. Накладки. Еще одни для джойкона. Вот, из двух частей. Сейчас будем разбираться, что и как. И вторые накладки. Вот, вторые накладки. Давайте я вам вот так вот выглядит. Состоит из отделенницы здесь. Вот крышка. Здесь для картриджей, да, непосредственно. И сеточка, ну, я так понимаю. Немножко неправильно, наоборот, все это должно быть. Давайте примерим. Вот он влазит прям по размеру. Видите? И так вот закрывается. Давайте мы сейчас оденем стекло на него. Держи, Доминика. Итак, стекло. Как менять стекло здесь? Не менять стекло, как одеть стекло здесь сверху. Значит, берем, снимаем джойкон обязательно в первую очередь. Итак, открываем. Откроем нашу упаковку. Достанем стекло. Вот оно. Итак, берем цифру 1. О, господи, какая она маленькая салфетка. Ну, все же какая есть. Так, нет, хорошая салфетка. Вот так берем, значит, и протираем, ребята. Влажная салфетка. Протираем хорошо насухо. Так, берем цифру 2. Сухая салфетка. И насухо обязательно также протираем. Так, так. Протираем насухо. Так, так. И очень-очень аккуратно одеваем их.
Иначе будет беда. Вот так вот все. Никаких зазорчиков, ничего не должно быть. Этот пузырь на самом деле потом со временем сам сойдет. Ну, наш. Вот он. Так. Единственное. Сейчас я. Вот у нас где зарядка, видите. Вот. Это да, притираем. Дальше давайте мы наши джойконы также. Я не знаю, как они тут сделали, либо эти чехлы, да, одевать. Вот они как получаются. Вот такая красота. Видите? Вот эта цветная такая получается. И вот этот джойкон. Надеваем здесь. Так. То есть это может вот так вот выглядеть. То есть полностью защищенный. Вот. И также давайте посмотрим, как эти накладки сверху они идут. Можно ли это сделать? Давайте проверим, если он как, если получится, будет вообще супер. Давайте-ка, так, это не эта сторона, а вот это, нет, ребята, так, вместе с этой не получится, жалко, идея была бы классная. Давайте-ка мы вот это снимем сейчас и оденем вот эти накладочки. Так, и вот так. Все, по-моему, соединилось хорошенько. Давайте проверим, как она снимается. О, все удобно снимается. Вообще отлично, друзья, прям. Так, я сейчас, у меня даже идея одна тут. Фикс, фикс. Вот так. И мы их укрепим. Давайте-ка так вытащим. Здесь прощелкнем все. Смотрите, как хорошо защищено все. Отлично. Так. Смотрите-ка. Класс, да? Вот, получается у нас еще здесь. Давайте попробуем сверху. Вдруг получится сверху еще вот этот чехол здесь. Так. Полная ерунда, конечно. Это шутка. Не надо это сюда. Это, я думаю, что это лишнее. Вот это только единственное, что можем на накладку сделать. Деть на кнопку. Смотрите, как хорошо, как она стала. Вообще класс. Вот это мне нравится. И красный цвет вот сюда можем поставить сейчас. Деть. Смотрите, как хорошо. Вообще идеально просто встало. Вот это мне очень нравится. Так, давайте-ка это мы сейчас отодвинем. Лишнее отсюда уберем. Итак, проверим, как это в чехле будет. Чехол получается вот так вот. Видите, как все помещается. Провод, если надо зарядить, и вставляем получается вот сюда. Вот, если надо его убрать, мы его убираем в сеточку с вами. Вот сеточка, можно в сеточку сюда и эти чехлы положить. И давайте посмотрим, как она
Смотрите, как. Вот так. И сейчас давайте попробуем еще вдох. И вот наша док-станция. Проверяем, встает она или нет. Так. Так. Честно. О, встала, ребят. Все стоит, видите, зарядка идет. Друзья, подписывайтесь на наш канал ДТВ. Данный товар я рекомендую. Ставьте лайки, заказывайте наш такой же товар, как у нас, под ссылкой в описании. Всем пока-пока.